Большой объем незаконно выловленных раков изъяли полицейские и сотрудники рыбоохранной инспекции. В ходе рейда на одной из рек в Атикибисском районе они обнаружили мужчин, занимавшихся ловлей ракообразных. У незадачливых рыбаков обнаружили порядка 45 килограммов членистоногих. Раков изъяли вместе с инвентарем для их ловли. Сейчас ведется работа по оценке ущерба, проводится расследование по факту незаконной добычи рыбных ресурсов других водных животных и растений. Сотрудниками полиции совместно с рыбоохранной инспекцией в ходе проведения рейдовых мероприятий на реке Иргиз в Атикибисском районе задержаны двое мужчин, которые занимались незаконной добычей раков. У подозреваемых полицейские изъяли более 1000 штук раков, резиновую лодку и 4 устройства для отлова раков. Причиненный ущерб подсчитывается по факту незаконной рыбалки, проводится досудебное расследование.